На кинокартина «Толи Би». Она повествует о судьбе выдающейся личности Великой Степи, одного из авторов свода законов Жеты Жарга. Известно, что Толи Би с детства был очень умным мальчиком. Уже в 9 лет он снискал любовь и уважение народа. По рассказам, передающимся из уст в уста, Толи Би прекрасно разбирался в людях, был очень проницательным и мудрым человеком. Кроме того, владел ораторским искусством и обладал феноменальной памятью. Бибо, масан битсен, бибо. Бір рудың ғана емес, бүкіл елдің данасы бол. Топ бастайтын дуала оз дарасы бол. Әумин. Главным информационным партнером 10-серийной исторической ленты «Толи Би» выступил телеканал «Хабар». Бұл енді «Толи Би» туралы ғұмырнамалық сериал деп айтсақ болады. Оның ғаляп. Это биографический сериал. В нем рассказывается о жизни Толи Би, начиная с детства до преклонных лет. Толи Би помогал разрешать сложные житейские вопросы. Он стал опорой для многих людей. В контексте основных событий фильма повествуется о жизни и быте кочевого народа, об эпохе становления казахского ханства. Все это раскрыто в сериале. Сол кезеңдегі қазақ хандығының, жалпы қазақ елінің сол кездегі тағдырын, өмірін көре алатын боламыз. Главное определяющее качество исторического фильма – это его достоверность и правдивость, говорят авторы кинокартины. Поэтому им пришлось тщательно изучать биографию Толи Би и летопись той эпохи, чтобы в точности воссоздать не только исторические события, но одежду, оружие и доспехи. На протяжении долгих лет Толи Би правил Ташкентом. Он был выдающимся политиком. Чтобы сохранить мир и поддерживать дружеские отношения с Китаем, в качестве аманата залога в Поднебесную он направил своего сына Жоланды. К слову, историческая кинолента была снята в Туркестанской области. Именно там когда-то проживал Толи Би. Отметим, многосерийный фильм был снят в рамках программы «Рухани Жангару». Субтитры сделал DimaTorzok